Отсутствие солнечных лучей может значить для многих людей возникновение дефицита витамина D, что наверняка вызовет целый ряд проблем со здоровьем. Но внести в свой рацион богатые этим витамином продукты стоит практически каждому человеку. Ученые выяснили, что именно витамин D может превратить вас в самого настоящего супермена. Что это такое? На самом деле витамин D не похож на все остальные витамины. Медики склонны считать его скорее стероидным гормоном, поскольку он синтезируется и перерабатывается организмом, так же, как и половые гормоны. К тому же, витамин D – это целая группа веществ холекалциферол, который синтезируется на коже только под воздействием солнечных лучей, и эркокальциферол, получить который можно из пищи. Были опубликованы итоговые данные исследования американских ученых. Они доказали, что повышенная доза витамина D может не только снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и поможет тренироваться с большим результатом, снижая в то же время общую усталость нашего организма. Вот почему витамин D называют продуктом супермена. Постоянный прием его с пищей может значительно повысить общую работоспособность человека. Некоторые данные говорят, что дефицит витамина D могут испытывать до 1 миллиард жителей Земли. Длительный недостаток этого витамина может повысить опасность возникновения раковых опухолей. Также у человека снижается иммунитет и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Большие проблемы с нехваткой витамина D могут испытывать вегетарианцы, поскольку он содержится в продуктах животного происхождения. Сыр, печень, жирная рыба и яйца – лучший источник витамина D. Включите в основной рацион хотя бы один из этих продуктов, чтобы не столкнуться с нехваткой этого важного гормона. После проведения испытаний стало понятно, как именно витамин D способствует увеличению нагрузок, которые может преодолеть наш организм. Этот витамин снижает выработку организмом кортизола, сужающего сосуды и не дающего тем самым насытить кислородом отдельные органы.